В Министерстве финансов объяснили, что имел в виду их первый руководитель, когда говорил о запрете премирования госслужащих за счет сэкономленных бюджетных денег. На прошлой неделе Мади Такиев заявил, что госорганы больше не смогут распределять сэкономленные средства на премии сотрудникам. Вместо этого их должны возвращать в казну. Но сегодня в Минфине уточнили, речь, оказывается, идет не обо всех деньгах, выделенных государством. Как выяснилось, чиновники продолжат получать бонусы и надбавки из непотраченных средств, выделяемых на командировки, коммунальные, транспортные услуги, аренду помещений и прочие расходы. Полный перечень этих статей установили еще в 2001 году, и с тех пор он не менялся, говорят в Министерстве финансов.